Правительство и органы местного самоуправления Московской области постоянно работают над привлечением в регион высококвалифицированных медицинских работников. Чтобы эффективно решать кадровый вопрос, в Подмосковье для врачей предусмотрен ряд мер социальной поддержки. Среди них программы «Земский доктор» и «Социальная ипотека», предоставление жилья иногородним специалистам, заключение целевых договоров с профильными вузами. В последнее время все более востребованным становится выделение медикам земельных участков.